Всем привет! С вами я, Алиса. Как вы знаете, сейчас среди молодежи популярен спиннер. Но перед тем, как мы перейдем к мастер-классу, не забудьте нажать на красную кнопочку и колокольчик под видео, то есть подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки моего канала. А если вы досмотрите видео до конца, то там будут кликабельные ссылки, где я подобрала для вас самые интересные рубрики. Уже нажали? Тогда можно начинать! Ну а сегодня мы поговорим с вами о вещице довольно залипательной. Это спиннер, который, кстати, я ни разу в жизни не держал в руках. Если вы тоже, то ставьте лайк под этим видео. Спиннер – это мини-тренажер для пальцев, в центре которого расположен подшипник. Чтобы привести его в действие, необходимо двумя пальцами держаться за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Возрастных ограничений для использования этого гаджета нет, так как в конструкции отсутствуют мелкие детали, а сама форма представляет собой фигуру без острых углов. Основное назначение устройства – развитие мелкой моторики рук. Устройство оказывает антистрессовое воздействие и помогает сосредоточиться, устранить волнение. Спиннеры могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми. Но мы с вами люди необычные и креативные, так как я долл-блогер, и я покажу вам, как сделать спиннер Monster High своими руками. Вы можете выбрать абсолютно любого персонажа. Мне же приглянулась зомби Гага. Как вы знаете, моя любовь к этому персонажу и кукле просто не имеет границ. А обзоры на этого персонажа вы можете посмотреть на моем канале. Ну а делать спиннер мы будем в программе Photoshop на компьютере. Начинаем с того, что мы открываем любой поисковик, например, Яндекс или Google, и заносим спиннер в формате PNG. Находим фотографию хорошего качества, мы видим, что прозрачный фон – это вот такие вот сеточки, и далее сохраняем картинку к себе на компьютер. Готово. Ну а далее мы должны открыть этот файл в Photoshop. Ну а далее мы открываем фотографию зомби Гаги. Я уже вырезала, потому что мне нужна была эта фотка для других обзоров. И наша задача взять только лицо куклы. Теперь мы перетаскиваем нашу картинку на сам спиннер, и наша задача совместить голову куклы с одним из кружочков. Совмещаем так, чтобы голова была по размеру одной части спиннера. Я поставила снизу лейер, чтобы было удобнее сравнивать сам вот этот спиннер и куклу. Задача, чтобы лицо от скулы до скулы попало ровно на шарик, ну и чтобы голова сверху примерно попала. Отрезаем ненужные части, которые вообще не будут фигурировать в спиннере. Теперь берем кисточку, ставим размер побольше и убираем лишнее. Не беда, что пока что наш спиннер виден и как-то выделяется, в скором времени мы это все подретушируем. Теперь немного увеличим ее, чтобы она попала ровно от скулы до скулы. Чуть-чуть повернем голову куклы, ну вот примерно как-то так. Добавим маску, и вот наша зомби прям провалилась ровно в спиннер. Мы теперь можем двигать как хотим, как будто бы мы смотрим в замочную скважину. Ну вот тут чуть-чуть огрехи сейчас уберем. Создаем второй лейер. Так, центр где-то тут. И начнем крутить, чтобы она повторила тот же самый рисунок, что и на первом лепестке спиннера. Сейчас переназовем все лейеры. Первый это у нас верхний, второй с правой стороны и третий уже с левой. Ну и с третьим лепестком все так же. Правда, тут немного грязь в волосах появилась, но не беда, сейчас исправим. Сдвигаем его, чтобы было похоже. Теперь отключаем, ну и вот, в принципе, нормально. Теперь мы переходим на первый лейер и удаляем ненужные вещи, так, чтобы появился второй лейер. При необходимости мы почистим еще.
Видимо, кисточка великовата, поэтому заезжает. Так что уменьшим ее, чтобы более четко все поправить. То же самое делаем со вторым и третьим лейерами. В принципе, можно отключить, чтобы было удобнее работать. Вот первый, вот второй. Лишнее черное убираем. Так как у нас мягкая кисточка, то мы делаем это, надавливая несколько раз. С третьим лейером делаем все то же самое. Посмотрим сейчас, как будет выглядеть все вместе. Немного тут осветлили, поэтому нужно будет поработать в переходах между головами. Теперь подправим прическу, чтобы выглядели все кусочки одинаково. Чтобы убрать вот эти вот желтые края, мы их сейчас будем растушевывать. И делаем эти уголки почти незаметными. То, что они у нас сейчас желтые, не беда, потому что мы их сейчас закрасим. Ну а теперь, чтобы у нас не навернулся весь файл, мы его сохраняем в формате PSD. Называем спиннер Гага или Гага, кто как привык читать. Скопируем лейер с желтым спиннером и поиграемся со слоями. Мы хотим создать такую растушевку инопланетянскую на лице Гаги. И эффект лучше взять Darken. Это темная часть на лице. Создадим маску, градиент по кругу и удалим ненужное. В центре, чтобы не был виден спиннер, а по краям оставался. Чтоб на лбу были такие круги, ну скажем, символичные. Задача взять центральную часть, чтобы была выплывка. Задача взять центральную часть. И останавливаемся на таком розовом цвете. И останавливаемся на таком вот цвете. Выбираем Hue and Saturation, то есть насыщенность цвета. И наша задача желтенький цвет превратить в розовый. Добавим контрастности и яркости, чуть-чуть совсем. Это делается по вкусу, кому как нравится. Создаем нижний уровень и делаем его черного цвета. Задача, чтобы спиннер сочетался с цветом Гаги. Теперь сцепляем все слои, чтобы они двигались вместе. И создаем папку зомби Гага, Гага, как хотите, так и называйте. По желанию можно сделать обтрессировку, то есть обводку. Я ее сделала небольшой, чтобы не акцентировать особо на ней внимание. То есть это просто такая вот рамочка, есть, есть, хорошо. Ну, собственно, наш спиннер готов. Мы его теперь должны обязательно сохранить. И теперь можно крутить и наслаждаться. В общем, крутим в разные стороны спиннер и главное, сколько хочешь и никаких усилий. Ну а где использовать и кому показывать этот спиннер, дело уже за вами. Выкладывайте ваши работы с хэштегом на русский «Спиннер Billivix». Буду вас лайкать как в ВК, так и в Инстаграме и комментировать. Скорее нажимайте на красную кнопочку и колокольчик под видео, то есть подписаться на канал, чтобы не пропустить новые рубрики. Также напишите в комментарии, хотели бы вы увидеть, как выглядит спиннер Ever After. Ставьте лайк. И не забывайте про мои соцсети для общения с вами. Ссылки тут и в описании. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!